осуществлять страхование. Вот, с одной стороны, иногда наши оказываются в, так сказать, в минусе страхователи, да, когда в силу неправильно заключенного договора никак не могут ни в какой период ни с кого из страховщиков стребовать страховую выплату. А в некоторых случаях оказываются в прогаре очень серьезно, причем страховщики тогда, когда вот они тоже не устанавливают сроки для предъявления претензий при страховании ответственности. Вот. Это вот проблема, которая возникала в ходе, вот, так сказать, и у нас, и в мировой практике. Тогда они очень здорово, тогда, так сказать, банкротства начались у них. У страховых организаций. Это первый период банкротства, а второй период банкротства был связан со страхованием ответственности за загрязнение моря. Там примерно то же самое. Вот, поэтому, так сказать, вот эти вопросы и проблемы, связанные со страхованием ответственности, они весьма серьезны. И тем более, что со страхованием ответственности экологических рисков они тоже, потому что они касаются довольно большого объема лиц и очень существенных выплат. Вот. Значит, теперь вопрос о обязанностях. Ну вот, самая главная обязанность – это вот осуществить страховую выплату, да, при наступлении страхового случая. Вот. У страховщика, но мы попозже к нему вернемся. Вот. И что освобождает его, страховщика, от этой обязанности по выплате? Вот. Значит, практически речь идет о том, что, во-первых, он несет ответственность не как по деликту, то есть любым причинением вреда. Да? Вот у страховщика по страховому обязательству он возмещает риск только на тех условиях, на которых он его принял. То есть, если от пожара, то пожалуйста. А если вот наводнение, он не будет возмещать. Вот. Поэтому, а убытки, например, у собственника, они в силу самых разнообразных обстоятельств могут идти. Поэтому, либо вот причинение вреда, например, за любое причинение, противоправное причинение вреда, значит, лицо, причинившее вред, несет ответственность. А страховщик несет ответственность только в тех пределах и на тех условиях, на которых он на себя риск несения ответственности принял. Вот. Поэтому, вот, так сказать, вместе сопрягать и говорить, что иногда у нас у судей это проскакивает, причем вплоть до, по-моему, некоторых решений Конституционного суда я смотрела, проскакивает, что вроде бы он на себя принимает. Он не становится стороной в обязательстве страховщика в деликтном, и он не становится стороной в обязательстве договорном, когда страхует ответственность. Он несет ответственность по своему договору, в смысле обязанности он несет по выплате, только по своему договору и на тех условиях, на которых он принял на себя риск. То есть вот пределы и условия несения по выплате. Вот. Всегда в страховом обязательстве оговорены. Вот. Ну и, так сказать, в тех случаях, когда он уже получил, как правило, вознаграждение. Да? Вот. Теперь, значит, что касается обязанностей у страхователей, у второй стороны по договору. Ну, права у него возникают в связи с
поступлением в страховую.